Привет, мы на канале Надюшка ТВ, и вы видите троих маленьких котят. Вот так они уже подросли, с Буськой играются. Вот у нас котенок Лайк, вот такие имена. Это Максик, а это Василиса, потому что она же девочка. Вот такая, да? И короче, с двумя котятами случилась беда, особенно с этим. Вчера я их принесла на целый день домой. И, короче, он целый день кричал. Буся, ноу-ноу. И я думала, что он просто голодный, там подкармливала. Потом, когда взяла, живот у него твердый. И я поняла, что вздутие живота. Полезла в интернет, вздутие живота очень сильно опасно, что может котенок погибнуть. Погибнуть, как вы поняли. Я просто сейчас растеряна, я не хочу, чтобы этот малыш маленький умер. Сегодня лекарства купят. Так что так, гляньте, как Буся недовольна. Они подумали, что это мама. Так что так. И у этого тоже вздутие животика чуть-чуть тверденький. Сейчас они не кушали. Вчера он вырвал. Наверное, он... Даже не знаю. Я открываю там просто и смотрю, что вырвано. Мама сделала редкую овсянку. Ой, овсянку, манку. И, скорее всего, поменяла, потому что не молоком просто уже не наедаюсь. Буся! Ушла. Так что вот так. Я не знаю, что дальше будет с котятами. Я вам, конечно, это все сообщу. Извините, что не было видео. Он со вчерашнего, видите, какой. Я на днях купала котят, и он уже опять чумазый. Я переживала, я плохо ночь спала. И я переживала, выживет он или нет. Вообще до сегодняшнего дня. Потому что вздутие живота он может и умереть. Так что это опасно. Я думала, это не опасно. А оказывается, это опасно. Давай животик помассируем. Давай. Так что вот так. Буду стараться, конечно, лечить котят. И все делать необходимое. Сегодня я позвоню ветеринару, может быть, и спрошу. Ну как, что дать котенку от вздутия же. Где-то примерно, я думаю, к недельному. Так что так. Вот такие они у нас уже шустрые. Ходят, бегают. Уже сами ходят, бегают. А вот один самый слабенький. Ну что, иди гуляй. Оп. Твой братик пошел гулять. Вот и еще. Так что, вот так. Ладно, всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске. Все расскажу про котят. И буду надеяться, что этот котенок выживет. И не будет так кричать. Вот так он выкручивается. Ему больно, больно, больно этому маленькому зайчику. Хорошо, что он до сегодняшнего дожил еще денечка. Плохо ходит. Гляньте, какой живот. Вот такой у него животик. Так что так. Всем пока. До новых встреч. Встретимся в следующем выпуске.